Крупы, макароны, консервы. Примерно так выглядит список продуктов, которым россияне сейчас закупаются в большом количестве. Есть ли дефицит и нужно ли закупаться впрок, узнаем в рубрике «Вопрос-ответ». Закупаетесь ли вы продуктами впрок? Ну, частично. А что покупаете и в связи с чем? Просто крупу покупаем, да, ну, которой обычно пользуемся. То есть, ну, нет такого, что... Да нет, конечно. А закупаетесь ли вы продуктами впрок? Нет. Почему? А потому что мы приучены к этому впрок. Но необходимые продукты есть. Зачем? Так не нужно наварить, чтобы люди были мирно, спокойно. Все есть же у нас в магазинах. Нет. Почему? Сейчас все в магазинах есть. Не имеет смысла. То закупаетесь ли вы продуктами впрок? Нет. То закупаетесь ли вы продуктами впрок? Нет. То закупаетесь ли вы продуктами впрок? Ой, сейчас, наверное, нет. Мы работаем в школе, учителей зарплату не прибавляют. Ну, вообще-то у нас есть как бы продукты, конечно, но чтобы вот именно впрок, нет, наверное, особо нет. Впрок? Нет, не закупается. По результатам опроса мы пришли к выводу, что дефицита и паники в нашем городе нет.